Да вы не смейтесь, он реально так играет. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь, перед вами двигатель 1.5 турбо. Вот это, сука, каменное сердце у аппарата. Турбо где? Да там где-то турбинка. Такая, как с кулачок размером. Надувает, поддувает аппарату под жопу. Это турбо, чел. Алло. Привет, это кто? Ну, давай начнем с того, что это владелец москвича. Так, ну, уже неприятно. Так, ну, слушаю. А что со звуком у тебя? Ты куксишься? А я только лег с телефончиком, не с компа войти? Не-не, ты можешь полежать, подумать, поразмышлять над своим поведением. Я просто это самое басвиджи купил себе, ты в курсе? Да? Какой? Третий. О, это джип? Это не джип, это кроссовер. То есть машина, по сути, как тебе сказать, чтобы ты понял? Просто ты такой слабо доходящий, конечно. Спорткар, короче. Ты знаешь, что в PUBG добавили новую карту китайскую? И да? Там на ней есть москвич. Карта называется Ронда, и на ней москвич есть. Посмотри, погугли. Москвич прям, это третий. Ну, погнали. Денис, слушай. Поздравляю тебя с приобретением. Вы че, школьники, охуели мою дошинку помоями обливать? Да я ж вас сейчас всех. Что творится-то? Как же хорошо. Ну, успехов тебе. Искать запчасти на это чудо китайское. А так, не знаю. На мой взгляд, можно было бы спокойненько поковыряться на Авито, взять еще что-нибудь подержанное, но гораздо более прилично. Ну, ты, как всегда, решил какую-то хуйню потратить. Так, донатишь тебе, донатишь. Результат, как всегда, ожидаем. Ну, что было с BMW, то будет и с москвичом. Постоит себе, вертит в гараже и снова кому-нибудь продашь его, потому что нахуй заводиться даже не будет. Ну я понял, что еще скажешь такого, чтобы я посмеялся. А, батушка, ты зашел? Я захожу. Ой, сейчас. Я захожу, да. Вот, пожалуйста, 36 лет человеку. Приветствуйте, Коля зовут, кстати. Николай. Нужно просто Николай. Вот я сейчас сижу, да, и у меня в руке ключи от москвича. Мнение. Ой, родной, ключи от сердечка одного москвича у тебя давно в руках. Ну, согласен, да. Это и есть важнее для меня. Эй, салага, чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Pre-Fire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Pre-Fire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не золотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день. День, и точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. Если что, я просто собрал имена людей, которым ты не передал привет. Я вообще этих людей не знаю. Да-да-да. Дашин Камбагенозный Ман привет передает. А на Зебло похуй. Я тебя доебу, тварь. Но да. Привет ты передашь. Да, это будет считаться привет всем абсолютно. Да. Да. Вот двойной, это всем привет сразу, дабл. Вот тебе и думай. А ты уже передел в москвиче? Ныдык, сука, покидю. Не, кстати, еще пока не... Ты передел в москвиче уже? Не, чем? Пока не флюсовал, не. Нажми F, посмотри на меня и нажми F. Это танец владельца москвича, ты решил? Я прекрасно понимаю, что им нравится эта машина. Ну, просто у них позиция такая, что нужно все обосрать. Потому что все, что я им показывал, все обосрано.
То есть челы обсирают. То есть чел купил москвич. Не, ну что же они не обосрали 100%. Ну как что? Ну что, например, ну давай, что вспомни. Кентавр обосран. Мой компьютер обосран. Моя БНВ обосрана. Коврик, чел. Коврик стеклянный обосран. Обосран. Он прям хорошенько, прям чел, плотненько. Чел, я машину нашел, может в школу поедем? Да. Прическа обоссана. Сухач обоссан, сухостой. Так это в барбершопе тебе делают. В чем уникальность москвича? В том, что ты москвич. Все. Блять! Ебать! Я прям, подожди, так я прям на ящике. Спокойно, прям... спокойно, ничего страшного. Подожди, собирается дом в России, может, но все детали китайские части не собирается. Брат, уже отрабатывай, не вылазь. Боже, и этот человек придумал Mammoth Games. Какой позор. Брат! Ой, нормально. Брат! Блядь, братишка. Да, поднимай. Да не так! Блин, зря ты так сделал. Надо было там же рискнуть. Да не, надо было просто тебе там рискнуть. Извини за тебя. Как, сука, ну почему? Ну, блин, на интернет. Ну, сука, ты видишь, как игра играется с нами? Ты понимаешь, я же уже залез, а меня все равно убило. Прям на ящике умер. Это игра, это баг, забагованность. Ничего себе. Мы теперь самарцы с москвичом. И с полной корзиной на ломоде, которую я не выкуплю. Слушай, я вот что подумал, да? Может реально обклеить москвич наклейками какими-то прикольными? Это какими? My life, my rules? Не, можно какую-то, знаешь... рекламными. Прикольно, а чё? Допустим, анимешное, типа, что-то... GTA. Ну, можно GTA-шное, да, что-то в стиле аниме сделать. Мне кажется, кайфово будет. Он такой маленький, миленький. Машинка будет красиво смотреться. Ну, прям реально будет кайфово. Там еби туда, там казино три топора, где ездит, долбоёб. Рот закрой. Чел купил москвич. Блять, неужели я это сделал? Пиздец. Ладно. Че, еще не осознал? Проехали. Я вообще не понимаю, как я это допустил. Как там нужно сначала прицелиться? Сначала прицеливайся, когда ты понимаешь, что ты захватил противника своим глазом, метким, орлиным. Тогда ты начинаешь стрелять после того, как ты уверен, что ты попадешь. Без этого даже не стрелять, смысл патроны тратить. Ебал, закрой ты. Я помогаю. Иди нахуй отсюда, помощник. Я срал тебе на москвич. У меня, кстати, знакомый работает в компании «Москвич». Сегодня звонит радостный, говорит, мы первую машину за 2024 год продали какому-то старому дурачку из Самары. Купили в Китае за 500, продали за 1.7. С нами Зябл, кстати, едет. Может, включишь голосовой, послушаем, что говорит. Давай, может, он про москвич что-то скажет. Умная. Алло, алло. Привет, дружище, я москвич купил, третий. Красавчик, брат. На машину хуй. Ну как же, хлопни. Батуаш, хлопни. Хлопни, хлопни. Опа, отлетела девочка. За москвич. Это уборщик Путина, ничего? Да ладно. Брат, это уборщик Путина был. Блять. Ну я просто по голосу. Неловко вышло. Блин. Уборщик пишет, что вы раскулачили его. Ну все, пиздец, кредит хуй покроешь. Рот закрой. Лошпедина. Брат, может, в домике я подлутаюсь, да, нам всем.
Когда он купил Ниву, я уже подумал, что хуже уже не станет. И тут бац, бац, бац. Рот закрой. Осмотр территории, прослежка. Давай работай, родной. Стоп, ну зачем? Ты же сказал, работаем, родной. Так не выходи же, блин. Я орел. Нормально, что? Брат. Ты один справишься. К домику, чел, к домику. Ты пытаешься, бля, бабахать. Давай к домику, там, если что-то сядешь. Меня по крышку бабахнул, сука. Раз, сука, ля, анальный каркас. Ах ты, тушенка, сука. Ля, ай-яй-яй, меня. Давай, машина. Брат. Да все, меня покатаю. Пизда, ля, иголка, да, сука. Нормально, нормально. Я, все, пиздарики, сука, все помер, на. Все смерть. Все помер. Как так? А нахуй мне сказал, мы работаем? Так нахуй работа, ты мне сказал, да, работаем, я выбежал, работаю, блядь. А зачем ты вышел с машины, я не понял, практика. Я говорю, в смысле, работай, типа отстреливайся. Отстреливайся, освобождай территорию, чтобы забрать новый автомобиль. А ты просто вышел, начал в машине бежать, нахуй, я не знаю. В чем практик, типа, чел, ты натупил или чтобы набредил? Забрать автомобиль, чел. Ты набредил, по-моему, ты братанулся. Забрать машину вторую. Да нет. А знаешь, что сейчас за тебя, что думала, блядь? Вместо того, чтобы ты подумал как следует. Я тебе сейчас покажу. Сейчас думала твое вот это вот полушарие, вот, заднее. Вот это вот, что? Заднее, что такое? Это полушарие. Ты вот этим сейчас думал, да, вот этим местом, чел? Просто если тут скатиться, допустим, по горке, тут можно уебаться об трамплин. Вот этот.